В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха многолюдно и в будний день. Лыжники, бегуны, мамы с детьми. Каждый находит занятие по душе. Движение – это жизнь, это вот общепринято, да? А так как, ну, вообще-то я любитель, для себя просто поддерживаю. То есть такой вот образ жизни. Посетители парка – это не только спортсмены, но и любители. Именно для них сотрудники управления МВД России по Одинцовскому округу совместно с общественным советом провели акцию «День здоровья». Говорим о том, как важно вести здоровый образ жизни, закаляться, заниматься спортом. Потребление наркотических веществ, психотропных, бесспорно, это пагубно влияет на организм человека. Вы прекрасно об этом знаете. В очередной раз об этом предупреждаем. Полицейские напомнили жителям о пагубном воздействии алкогольной и табачной продукции, а также наркотических средств на организм человека. Они призвали граждан заботиться о своем здоровье, подавать правильный пример подрастающему поколению. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».